Всем привет, ребят. У нас сегодня на обзоре вот такая машина. Я не знаю ее название. Переднеприводная у нас тачка. Сегодня будем шашковать по городу. Едем. Так, аккуратненько поворачиваю тут налево. Вчера у меня не получилось выставить видео, потому что не было у меня света. Соответственно, я не смог вам заснять серию и выложить авторку. Так, пропускаем. Тут газ в пол и погнали. Мы видим, что это какая-то у нас спорт-версия этой машины. Через две сплошные. Есть. Подстраиваемся, газ в пол, поехали. На, к черту бампер. Его. Едем, едем. Аккуратненько. По встречке МГОН есть завершение. Так, нам нужно довести эту тачку до места назначения. Обгоняем, да, есть, поехали. Так, едем дальше. Тут у нас поворотик. Аккуратненько спускаемся. Оу. Не успел я затормозить. Ну и ладно. Едем дальше. Тут газ в пол. Аккуратно обгоняем. Успеем, успеем, нет. Не успели. Нормально у нас тут машины разбиваются. Сейчас в кувет, главное не влететь. Да, вот такая у нас сегодня серия на крышзаке. Опять повторюсь, ребят, всем спасибо, что вы меня смотрите. Давай, давай, поехали. Вывернул, вывернул руль и едем дальше. Машина такая нормальная, до вподобы, нравится. Цвет еще такой красивый. Газ пол. Тем более, посмотрите, сколько у нас повреждений имеется на этой машине. А дело в том, что как бы колеса у нас не в кривую стоят. Не в кривую у нас колеса же стоят. Все нормально. Машину вправо-влево не вносит. Дверь у нас водительская прикрыта. Тормоза у нас работают. Чисто в сервисный центр к деду заехать, он молоточком подправит все вмятины. Что тут за пробка? Так, я понял, что нам лучше поехать обратно, чем вывозить эту движуху. Аккуратненько тут по тормозам. Столько ДТПшечек было, машина рабочая, как бы, до сих пор. Газ в пол. Обгон. Все, вот наш финиш.
еще не финиш. Машина невероятно мощная. Обычно там пару ДТПшек. Все, вот мы и залетели на свой финиш. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрите. Лайк, подписка, колокольчик.